Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас очередные покатушки, очередной выезд. Где-то минус 15 у нас, снежок плотненький, через поля. Едем покататься по горочкам, попить чайка, ну и посмотреть, как машины все разные поедут. Стас сидит, решил он левее взять, как видите, что тяга прилично. Сзади у нас большая колонна, Туарег пробивает маршрут. Сегодня у нас есть патролы, есть у нас Невасик в больших колесах, на блокировках на всех. Сегодня будет интересно посмотреть разные автомобили. Есть у нас и стоковые автомобили, есть которые на цепях. И вам всем приятного просмотра. Сын практикуется. Давай, давай, выезжай, выезжай. Ага, выезжай, выезжай, выезжай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Сейчас эрст. У эрста у нас, ну, никаких блокировок нету. Резина тоже стравился, где-то он до 0,8. Тоже грязевая. Но без блокировок. Зарывает ее, зарывает. Происходит смена водителя. Дошел. И тебе дверочка стоковая. Молодца. Вообще легко. С хорошим разгоном. Вот здесь разгон, конечно, уже не нужен. Все накатывает. Перед вообще не крутит. Чисто на задке. Говорю, кардан, но я еще не смотрел, что у него. Но почему-то перед вообще не крутится. Ты между сегодня можешь включить? Да, нет, я вырубаю наоборот, а она как будто, видишь, ее нету, что-то или не доключается, или что-то с раздаткой, я так не понял. Нет, у тебя просто не доключается. Ну вот. А включаю типа блокировку, но блокировки нету, задок только буксует, видишь? Понятно. А вот. Мы на тебя так надеялись, думали ты, задашь планку. Там сейчас ехал, ничего, блядь, не было. Заглушил, завел, поехал, все еще. Ну, ясно. Ну, давай на буксир тогда спускайся. Туарег у нас. Ну, Туарег, конечно, моща позволяет. Тестерок у нас. Посмотрите, пятидверочка. Сзади стоит 100%. Первая пониженная. Говорю, потихоньку, попробуй. О, лезет. Ага. Не хватило. Хочу посмотреть, как 100% работает. Ну да, гребет. А ты ж техно. Блокировочку сзади поставил. А впереди у него ничего нет. То есть, по сути, если он прежде всего блокирует, то три колеса плюс. Прям на пике подъема. Ну, затаскивай, затаскивай. Красавец. Ну, тут уже все понятно. Да, давай. Говорю, по другой траектории попробуй заехать. Ах, красавчик. На эту горочку тоже интересно будет подниматься. Но у нас план другой. Мы здесь вот, между прочим, кольцевые гонки у нас проходят.
Сейчас здесь соберемся и поедем на другую локацию. Другая локация, там где-то еще километры 3-4, надо будет по полю ехать. Я не знаю, у нас получится, нет? Сейчас мы здесь повесим, наверное. Блин. Проехали. Что такое? Ребята, а что, кто-то прилип, что ли? Да, я на горе. Готово. Ну, тебе надо попрыгать, чтобы тебя дернуть. Сейчас я лебедки вытащу. Сейчас посмотрим, как верст у нас через бревно проедет. Там. Мы сейчас вот стоковая Нива была, да, в принципе, колеса тоже грязевые. И через бревно верст не получилось проехать. Вон, мучается. У нас с вами проехал. Также у него давление поменьше. Сейчас нам нужно Макса. Вон там Макс. Вон прилип. Автомобиле, где имеется лебедка, она выручает на покатушку, потому что динамкой мы бы не смогли его свернуть. Во-первых, у него и вес большой. Вот это самое интересное, лежит дерево. Молодец, проехал. Потихонечку, ходом не надо, аккуратненько. Так, что у нас тоже? Давай ходом, попробуй ходом. Бампер проходит нормально, бампер. Не спеши, вот дерево надо проехать. По клирису проходишь спокойно, подъезжай спокойно. Все, переезжай. У тебя стандарты не, Вася? Правильно, будь держаться, я подскажу. Самоблоков ничего нету? Не, ничего нет. Ничего нету, да? Стандарты. Попробуй ходом или траекторию поменяй. Это интересно и сложно на самом деле.
полностью назад. Полностью назад. Давай, давай, давай. Самое главное, на рычагах автомобиль не сидит. Единственное, скользкое. Тут и резина влияет. Ну, хотя, не знаю, я на грязевой, у меня получилось проехать. Смотри сзади машины аккуратнее. Сейчас смотри, руль вправо уворачивай и назад ходу давай. Тебе надо траекторию поменять, тебе надо вот так заезжать. Да, вот так. Это тоже в своем роде определенная практика. Лучше перепрыгивать сразу двумя колесами, потому что одним колесом мощно происходит. Все прекрасно видно. Вот так машину ставь, вот так. Почти нормально, сейчас пойдет. Молодец. Сразу ход. Бах, бах, вот, видели? Отлично. Давай, 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 не стесняйся, давай, давай, давай. Слабоват! Назад, назад! Ой, пониже, ну и поехали, не стесняйся! Постеснялся! Что делал? Да, ну видишь, втягиваешь, тык-тык, как будто бы что-то там... Других вариантов нету? Только в этом? Сейчас я как бы чуть-чуть на скорости маховик крутануть. Ну все, цепляем. Ну это же сам понимаешь, машина. Ну да. Эрнста, Эрнста, кого? Все, сейчас оттащим. Эрнст, ты на нейтралке стоишь? Юра, отойди. О, сейчас все дерево. Светлю на бампер. Хоть и уголок. А выгнуло, видите как. И ладно, трос. Ничего не повредил. Вот, видишь, передние колеса проскочили. Вот, отлично. Вот. Та же Нива, только выше. Здесь вот, пожалуйста, стоковый УАЗ и стоковая Нива по проезду, ребят. Патрул проедет, бензин. Давай скинем. Ага. Давай, давай. Ну такое серьезное препятствие, как бордюр, да? Это вообще. Это самое жесткое, наверное, препятствие. Ага. Во-во-во, давай, давай, давай. Крути, 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 крути. Я нигде не дам. А здесь вон все равно. Все, стоп, давай. Давай, вперед. Отлично. Молодец. Отлично. Молодец. Отлично. Патрол, красавчик. Не Васика уговорили. Нет. Поправили немножко.
чтобы она сильно не поднималась. Ух ты! Что творит, а? Вот это дает! Красава, победил ее, блядь! Такой самой экшен, да? Патруль не мог сломать, Нива сломала! Это о чем говорит, что Нива топ, да? Ну, да, наверное, да. Ес, что там про Дастер-то говорил? А Дастер, они вон, что он стоит? Да, Дастер вон стоит у нас. Говорит, я не поеду. То есть, все молодчики, да? Все молодцы. А у нас получается, Дастер что-то как-то не так. Нива едет, да, Дастер не едет. Все, ясно. Очкует, очкует. А теперь мы сами. Он сказал просто, нет, у него уже. Кому еще? Лёх, чай себе. И бери кусочек. Может еще раз? Кому чай еще? 5 на 15. Вот меня, да, пойдем. Вот, он взял. Я пытался. Заехал, я хотел уже его убрать на свой свой. Мимо увидели кормушки, какое-то охотохозяйство здесь видно установлено, находится охотохозяйство, так интересно. Ну и заехали посмотреть, понаблюдать, и едем дальше. Что-то не туда заехали, да? Потому что туда поехали, вон с той стороны как.